Уважаемые коллеги, на очередном заседании Совета депутатов муниципального округа Орехово Борисова Южная присутствует 10 депутатов. Отсутствуют депутаты регионов Данилкина, Яшкина, Пронько и Бурмистрова. Необходимый кворум для открытия заседания Совета депутатов имеется. Предлагаю начать работу Совета депутатов. Прошу голосовать, кто за, против, удержался. Решение принято единогласно. Заседание Совета депутатов объявляю открытым. Уважаемые коллеги, на заседании сегодня присутствуют Косельская Валентина Дмитриевна, глава управы района Орехово-Борисово-Южное города Москвы, Белеевский Денис Александрович, руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово-Южное, Леп Вера Ивановна, первый заместитель главы управы района Орехово-Борисово-Южное города Москвы, Ященко Владислав Валентинович, заместитель главы управы района Орехово-Борисово-Южное города Москвы по вопросам экономики, торговли и услуг.